Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush, Королевская Лихорадка. И вот, ребята, вот она, долгожданное продолжение игры. Так, ну что, у нас было в описании написано, что мы должны помочь Везнану разорвать контракт, который он заключил со злыми духами. Ну что же, будем стараться. Так, я так понимаю, это наша башня или нет? Не имеет значения, давайте смотреть. Возвращение в гнилой лес. Я знал, что этот момент наступит. Величайшие призраки Варалдура требуют, чтобы я расплатился за свои долги. Однако они слишком многого хотят. Я ни за что не отдам им половину всех живых существ моих владений. Они направляют сюда своих самых сильных существ. К счастью, я принял все меры предосторожности. Это, конечно, все хорошо. Давайте-ка посмотрим, ребята. У нас должны появиться новые башни. Ну, в данный момент я не вижу. Может быть, когда мы пройдем с вами всю... А, нет, вижу. Болотный монстр. Монстр из самых дебрей болота. Он бросает ядовитые шары и может сражаться на дороге. Хе-хе-хе. А что он умеет? Слепящая жидкость. С каждой новой атакой есть шанс оглушить противника. С каждой атакой болотный монстр получает небольшой шанс убить врага одним ударом. Ничего себе. Монстр восстанавливает свое здоровье с каждым убийством. Так, ребята. Да ладно. Ты хочешь сказать, что мне его отдельно нужно купить? Ну, серьезно, что ли? Ну почему? Ну, почему ты так делаешь, а, игра? Ну, зачем? Зачем ты так ко мне сурово, а? Так, вроде бы все остальное у нас есть. Ребят, ну только ради нас я все-таки сделаю это дело. Так, ну что же, я приобрел эту башню. Хотя это не башня, это болотный монстр. И выбираем его вместо кого? Вместо... Давайте вместо шамана. Или вместо ведьмы лучше. Нет, вместо шамана. Так, ну это у нас башня. А по-моему еще говорили, появится новый герой. Кто-нибудь видит здесь героя? Вот он. Так, ну что, ребята, это у нас тыквоголовый всадник. Джек был опытным рыцарем и предводителем знаменитой группы наемников. Он был по ту сторону баррикад и, как оказалось, сражался на стороне будущего первого короля Линерии. В одном из сражений ему в голову угодил пушечный снаряд. Его обезглавленное тело осталось лежать посреди корней гнилого леса. С тех пор он мучает всех людей, которые пытаются пройти через его земли. Слушай, прикольно. Так, создает табун огненных лошадей, что вызывает панику у врагов на время действия навыка и наносит им 160 единиц чистого урона. Ого! Каждые 30 секунд всадник призывает на помощь двух упырей. Каждый раз, когда всадник получает урон, он накапливает 20% урона, чтобы обрушить его на врага в следующей атаке. Всадник сокращает сопротивление врага магии до 0 каждые 16 секунд. Ты прикинь? Каждые 4 секунды всадник бросает во врага свою голову, нанося 32 единицы урона по площади, игнорируя при этом 50% брони противника. Хе-хе-хе. Слушай, ребят, ну я даже не знаю. Мне, кстати, сразу дается 5 уровень. 5 уровень. Так, слушай, а это что у нас? Так, Трамин. Слушай, а был у нас Трамин раньше или нет? Я вот не помню, если честно. Конечно, я хотел бы всех героев получить, это понятен перец. Ребята, ну что, опять же, ради нас я приобретаю тыквоголового всадника, чтобы протестить и посмотреть, что он из себя представляет. Так, ну что же, мы его приобрели. Так, в магазине у нас что-нибудь новенькое есть из магии? Нет, магия та же самая осталась. Кстати, вот это мы с вами приобретем обязательно. Так, и не хватает... А, нет, хватает. Вот так вот. Ну что же, кстати, герой у нас будет 5 уровня, в отличие от моего Олаха, который 10. Но, ребят, я думаю, что стоит посмотреть. Выбираем именно его. Так, ну что же, отправляемся с вами на новую миссию «Возвращение в гнилой лес». Играю в первый раз, ребят, не обессудьте, если что-то будет не так. Во-первых, мы с вами тестируем нового персонажа, во-вторых, новую башню. Давным-давно мы встретили странного колдуна. Он хотел одолжить у нас нашей армии нежити. Однажды он уже потерпел неудачу, но он вернулся и завоевал мир живых. Обещанное возмездие так и не случилось, он никогда к нам не прислушивался. Поэтому пришло время получить то, что принадлежит нам по праву. Ох, елки-палки.
Эй, смотрите, ребят, очень прикольно смотрится этот персонаж. Да, разработчики компании Ironhide действительно хороши. Они заслуживают, ребята, уважения. Конечно, то, что вот они очень много включили доната, но, вы знаете, кто-то может покупать, кто-то не может, ребята. Каждому свое. Ну что, мы видим с вами две дорожки, которые должны защищать, но не забывайте, смотрите, тут лес, и я больше чем уверен, отсюда кто-то попрет. Также у нас есть какие-то здесь кристаллы. Так, а что это такое у нас тут? Слушай, я могу что-то... Корни блокируют этот участок, но мы можем их срезать. А, все, я понял. Сюда можно башню поставить свою, да? Понятно. Ну что же, давайте... Так, две дорожки, три даже будет. Кто у нас тут пойдет? Привидение, 12 штук. Хе-хе, привидение. Ладно, я, наверное, думаю, что начнем мы. Давай посмотрим. Ох ты. А что это такое? Монстр начинает сражаться на дороге. О, вот это прикол. А так он что делает? Просто сидит в засаде, типа, да? Хорошо, ладно, пускай он там будет стоять. Мы с вами сюда поставим, наверное, наших, ребята, костяных метателей. Опять же повторю, ребята, в первый раз играю. Если что-то не так я сделаю, будем переигрывать. Это понятное дело. И к тому же наш Джек всего лишь 5 уровня. Давайте посмотрим. Так, привидения. Измученные духи, которые скитаются по пустоши и ищут освобождение от вечных мук. Неуязвимость к физическому урону. Спасибо тебе большое, я вот об этом всю жизнь мечтал. С таким ядром ползет. Слушай, а физический урон? Так, подожди. Давай попробуем. Они вообще урон не получают. А если я вот так? Да, ребят, по-моему, я... попал. Так, а как ты сделаешь? Как ты вызываешь своих... да. Джек, ты сможешь их бомбануть? Ну, хоть... ты хоть драться-то будешь? Ребята, он вообще не хочет драться. И я смотрю, мои вообще игнорируют, да, все это дело. Ладно, ребята, как вы поняли, первая моя... ошибка была в том, что я не знал, какие тут будут противники, поэтому выставил не то, что нужно. Конечно же, сейчас будем все немножко по-другому. Раз у них только лишь к магии, да? Как говорится, уязвимость, урон от магии. Поэтому будем, наверное, вот так, я думаю, для начала. Поставим с вами склеп. Ничего себе. Ох ты, Джек, я не знал, что ты вот так вот можешь аж прям. И тут все заблокировано. Соответственно, это нужно расчищать, если мы хотим здесь что-то с вами поставить. Ну что, ведьмочку, что ли, влепить? Ну, давай поставим ведьмочку сюда. Так, ну что, ребят, давайте посмотрим. С первой волной мы вообще справимся с ней или нет? Вот они идут, привидения. Мы можем, конечно же... И, кстати, вы заметили, что мой герой, он просто не реагирует на них. Вообще, ноль. Так, а вот магический урон они довольно неплохо получают. И это круто. Это, конечно, круто все. Ну-ка. Да куда же вы побежали-то, лошадки? Слушай, тогда, получается, здесь тоже нам нужно поставить с вами склеп. Видите, просто игнорируют. Так, подожди, а там что? Там... ага, внизу какие-то, ребят, скелеты. Я, кстати, не прочитал, что это за скелеты у нас. Ну, я думаю, что с ними-то, наверное, мы справимся. Это же все-таки, да. Они получают физический урон, поэтому нормуль все. Джек, давай, помогай. Ты хоть драться-то будешь у меня или что? Да, он дерется. Все отлично. Так, мне нужно прокачать будет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Парни. Давай вот так вот. Какой же ты медленный, а, Джек? Да ну, хорош. Вы что, серьезно, что ли? Так, выпускаем. Так, обратили их в бегство. Да, враг тут крепкий, если вы хотите знать мое мнение. Так, тут и духи, тут все, все, что хочешь, идет у нас. Неужели мне придется, ребята, использовать свою магию? Магию поджарки, так скажем. Придется. Так, зажарили. Это нужно было сделать, ребята, в обязательном порядке, чтобы хотя бы немножко раскачаться. Так. Вы меня хотите совсем, да, замучить? Я уже вас прекрасно понял.
То есть здесь будут призраки, здесь будут вот эти вот ребята у нас скелеты. Ну-ка. А привидением, кстати, все равно на вот этот испуг. Вы это видите, да? А ну-ка. Только не дай боже, ребята, я зазря истратил. Ну, как тебе сказать, зазря истратил свою вот эту вот поджарку. Это будет для меня вообще крах полнейший. Я расстроюсь очень сильно. Ну, убейте этого скелетончика-то. Духи, духи, духи не должны пройти, ребята. Духи не должны пройти. Там что там еще? Как, кто там появился? Еще какой-то оборотень. Вервольф. Некогда грозные воины, ныне объятые жаждой крови. Высокая регенерация. То есть они быстро себе восстанавливают, я так понимаю, здоровье. Хорошо, давай посмотрим, как они получают хотя бы урон. Ну, урон неплохой. Урон, ребят, неплохой. Так, Джек, возвращаемся. Да чтоб тебя, как нам тут быть? А мне что, разорваться, что ли? Давай так сделаем. Испугались? Ага. Испугались. А надолго ли они испугались? Хе-хе-хе. Ну, давай сюда, возвращайся, бомби. Я не знаю, как мы тут с вами будем, ребят, нынче проходить это все дело. Джек вряд ли здесь один справится. Пятый уровень. Ребят, а вот Олах. А вот Олах бы здесь зажег бы. Ладно, пускай они пройдут. Предположим, даже если они пройдут, у нас с вами есть пробирочки. Есть пробирочки, за которые мы сможем с вами восстановить все это дело. Так, Джек, ты слишком долго воскрешаешь. Слишком долго. Поверьте мне, если бы у меня здесь был бы Олах, мы бы прошли. Мы бы не допустили этого всего дела. Кстати, я прокачал хоть скиллы-то ему. Я, по-моему, забыл Джеку прокачать, ребят, скиллы. Я только сейчас это вспомнил. Хе-хей! Верно? Верно. Там же было 16 очков на то, чтобы прокачать скилл. Вот же я профанулся. Кстати, мы можем с вами вот этих вот выпускать даже без самого Джека. Понятно. Давай горгульку вызовем сюда. Джек, вставай, родной, ты мне сейчас нужен здесь как никогда. Почему ты так долго оживаешь, а? Ну почему? Давай, 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 догоняй, бомби. Не, ребят, тут какая-то ерунда. Я не смогу пройти здесь без Олаха. Ты посмотри, тут очень-очень сложно. Наверное, нам придется все это дело переигрывать. Во-первых, я Джеку не изучил скиллы. Это большая-большая моя ошибка. Так что давайте почитаем, кто это такой у нас. Это перевозчик костей. Огромная конструкция из костей. У него всегда есть силы наказывать непокорных. Увеличенный урон скелетов, увеличивает урон скелетов и исцеляет, когда погибают союзники. Ладно, все, ребята, мы с вами выходим отсюда, выходим в обязательном порядке и прокачиваем скиллы Джеку, потому что я, опять же, сделал большую ошибку. Получается, я и скилл свой потратил зазря, который стоит почти 1000. Так, я вижу, да, вот здесь вот я не сделал. Так, каждый призывает на помощь двух упырей. Вот это я не прокачал. Это большая моя ошибка. Дальше, ребята, вот этот... Ого, как дорого. Получает урон, он накапливает 20% урона и обрушивает его на врага в следующей атаке. Вот. Вот так вот, я думаю, что будет лучше. Ну, по крайней мере, ребят, мы попытаемся с вами что-то сделать. Всадник сокращает сопротивление врага магии до 0 каждые 16 секунд. Все. Все, вот теперь... Что это? Ох, елки ты палки. Смотрите, ребята. Вот она, о, так мы тут с вами повеселимся, я так думаю. Слушайте, мы вот так вот по ходу дела пойдем с вами, да? Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, и, наверное, вот сюда вот. Хотя нет, наверное, сюда мы не пойдем, вот, до вот этого вот замка. Слушай, ну, разработчикам большое-большое спасибо за такой подгон. Ну, ребят, пробуем, теперь уж точно. Я надеюсь, у нас получится на этот раз. Ну, еще раз говорю, ребят, первый блин комом, понятное дело, я надеюсь, вы меня поймете. Так, конечно же, сражаться. Я надеюсь, на этот раз у нас Джек не подведет. И все будет хорошо. Если же, ребята, он будет фейлиться, я возьму обратно Олаха. С вашего позволения, опять же. Так, ну что, как мы с вами помним, здесь у нас должны быть склепчики. Потому что только они наносят урон этим призракам, да? Ну и, соответственно, здесь они тоже пойдут. Соответственно, да? Ведьму, я думаю, что я вызывать не буду, потому что, ну, не вижу в ней пока никакого эффекта.
Единственное, что хотелось бы мне посмотреть, что делает у нас вот этот вот болотная тварь. Она физический урон наносит. Так, смотрим. А, он, смотри, он бросается. А, ну он же физическая атака. Понятно, поэтому не стоит тут обольщаться на самом деле. Дай-ка я бомбану. Так, и прокачаем. Давай, наверное, горгульку. Ну, горгулька, опять же, ребят, не нанесет никакого урона. Вот, приспешников мы теперь можем вызывать с вами. Тыквоголовых. Таких вот, да? Так, ну что, всадник, давай иди сюда. Я говорю, иди сюда, тут уже скелеты идут. Будем сдерживать теперь здесь, ребята. И, конечно же, будем опять же делать здесь склеп. А ну-ка, выпустим. Вот, пускай бегут назад. И урон, кстати, они получают, когда вот эти вот наши... Вот. Слушай, посмотрим заодно. Приспешники, смотри, неплохо, неплохо держат удар. Это круто. Так, тут опять у нас, ребята, всякая ерунда ползет, да? Нам главное разжиться с вами. Давай еще одну горгульку вызовем. Так, подожди-ка, мы их вот... Нет-нет-нет, чуть не продал. А если тебя вызвать? Как тебя вызвать-то, парень? Вот-вот-вот-вот, он вышел, ребята. Ну! Бесполезно, ребята. Так что ж делать? Давай так, наверное, сделаем. Во! Прикинь, как круто. Так, а вот этих скелетов нам нужно, ребята, уничтожить с вами. Я не должен их пропустить. Блин, одного призрака, ребята. Да что ж такое-то? Слишком не хватает нам именно магического, ребята, урона. Джек. И долго идет, ребята, откат. Блин, это трэш. Это какой-то трэш. Я не знаю, что мне тут делать. Как мне тут вообще быть? Как мне это дело проходить? Согласитесь. Но это просто невозможно. И это еще... Может, давай легкий новичка поставим себе. Может быть, так хотя бы получится пройти. Я не знаю, что нам здесь нужно сделать. Так, что у нас по башням? Давай-ка посмотрим, ребята, что мы можем с вами поставить. Нам нужна магическая, да? Магическая атака. Кто у нас? У нас есть шаман. Давай посмотрим, что у нас, ребята, может шаман здесь предоставить для нас. Лучники, я думаю, здесь будут бесполезны, да? Хотя, может быть, в дальнейшем как-то они... Луч! Может быть, вот этот луч нам выбрать, а? Давай попробуем, да, с вами вот этот вот луч. Так, ну что, поехали. Попытка номер какая там у нас? Пятая, шестая, я уже сбился. Нет, мне, конечно, нравится, что такая сложность, все это замечательно, но... По-моему, чересчур. Перебор. Перебор. Просто вообще конкретный перебор. Предположим. Пускай будет здесь стоять башня. Давай вторую, наверное, сюда влепим. Слушай, я надеюсь, она будет наносить призракам урон. Хоть какой-то. Не хотелось бы сейчас просто так сфейлиться. И... Да не, давай просто поставим вот эти вот башни. И дальше будет видно, справимся мы или нет. Так, вызываем первую волну и смотрим. Если сейчас луч будет на них активироваться, то тогда все хорошо. Если же нет, опять фейл. Очередной, ребята. Так, я не вижу, чтобы... А, они еще не зашли, да, в зону? Ладно, как только подтянутся, будем смотреть. Да, ребята, луч действует. Слушай, и довольно неплохо действует. Так, у нас с вами есть кристаллы, которые могут нам помочь в уничтожении, да? Сейчас вот тут пойдут призраки. Давай-ка еще одну башню влепим. Так, ну слушай, для начала вроде бы неплохо. Но тут, как мы видим, все намного хуже. Вот тут вот у нас все намного хуже. Именно с этими скелетами. Так, давай врубим. Так, а если мы еще вот так, ребята, бомбанем? Слушай, они вот боятся именно магического урона, я вот заметил. Им даже физически не столько страшен, как вот именно магический. Так, давай активируем. Я не могу понять, что там, перерождаются или мне показалось? Уничтожили! Я вообще-то хотел
Я хотел его туда поставить, ребят. Так, давай-ка попробуем лучом бомбить. Так, Олах, ты мне очень сильно сейчас нужен. А он лежит, балдеет. Так, он рисанулся. Давай, луч не активен, ребята. Луч пока не активен. И так ему долго здесь приходится вот это все дело оббегать, на самом деле. Так, они идут. Назад, ребята, назад. Так, а здесь, наверное, нам придется применить луч. Эть, погоди, 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 призрак. Как-то вот таким вот образом пока. И другого варианта я пока не вижу. Сейчас вот здесь еще сверху, ребята, побегут оборотни. Ну, в общем, вся эта ерунда, упыри и так далее, и тому подобное. Да, ты, конечно, молодец, скинул свой снарядик и все на этом, да? И успокоился, типа. Призрака подбейте мне, подбили. Если что, ребята, я смогу их телепортировать. А вот и оборотень бежит. Бежит, довольный. У нас, кстати, здесь, ну, тоже вроде бы неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Если только вот так вот как-то сдерживать, пока, на короткий промежуток времени. Добьет лучше, ну, если что, вот здесь вот его поджарят, отлично. Фух. Так, улучшаем, ребята. Помощнее делаем свою башню. Так, слушай, ну неплохо. Вот в данный момент очень даже неплохо, ребята. А? Так, ну здесь он не пройдет. Он не должен пройти здесь. Луч, жарь, 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 жарь его. Что, серьезно, что ли? Вот хочет пробежать, а? Так, а это кто? А, ну это обычный скелет. Так, ребята, еще не забываем, что скоро пойдет еще какой-то там чувачок. 240 нам нужно монет, чтобы улучшить вот эту вот башню. Ну что, проблема-то опять? Вот, все, отлично. Так, ребята, я думаю, что этого зажарим. Ладно. Слушай, ну башни вот эти вот, они хороши. Но все равно у призрака, ой, у скелетов у этих, ребята, очень много здоровья. Очень много здоровья, и нам тяжело с ними справиться. Луч нет, пока не будем применять. У нас, если что, есть телепортация, мы сможем их откинуть. Ну, если что, ребята. Да, господи, подбили. Ага, вот теперь я вспомнил. Сейчас вот здесь-то будет трешняк еще тот. Тут еще будет трешняк, ребят. Олах, ну почему ты так долго резаешься? Поехали. Лучи. Олах, давай, там я боюсь, этот чувак пройдет сейчас. Нет, он не прошел. Ну а дальше-то что делать? А тут-то как быть? Давай, вызывай помощь. Да помощь, говорю, вызывай-то! Нет, ты посмотри, не хочет, а? Ну, если что, на худой конец мы вот эту вот всю шарагу с вами обратно отправим. Так, вот с этим я не знаю, что делать. Идет. Аглоед там. 300. 300 нужно для того, чтобы улучшить. Так, проходит, да? Он хочет пройти. Там у нас, если что, ребят, бомбанет сейчас. Вот так вот. Хорошо. 300. Что у нас тут будет происходить? Блин, мне даже не посмотреть, ребят, не разорваться. Ну, луч активируем. Кстати, тут у нас про луч-то не забываем мы. Слушай, ну здесь пока хорошо. Там пока, ребят, хорошо справляются у нас эти лучи. Скелетов забомбили здесь. Жарят не кисло, смотри. Жарят не кисло, и опять же побежали привидения. С привидениями, ладно, тут справятся они. Долго жарят, но жарят. Toasty. Так, призраки, фиг с ними. Так, Олах, давай-ка мы, наверное, сюда с тобой перейдем. Ну переходи ты быстрее, ты там своей магией, ты упыреныш ты мелкий. Ты же видишь, что тут творится. Не смешно нифигашечки, кстати. Фу, ну хоть так вот, для начала, давай... Вот так вот прокачаем. С призраками тут справимся. Все, ладно, под контролем пока, ребят. Активируем этот луч. Активируем этот луч. Добиваем. Так, ага, давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Каждого по одному. Фиг с ним, некогда сейчас просто тут, ребят, рассусоливаться на самом деле. Опять оборотни бегут, да? Опять бегут оборотни. Слушай, я бы хотел бы, конечно, посмотреть, на что у нас способен вот наша вот эта вот... Куда ты? Куда ты? Ты обманул меня, гаденыш. Ну уж нет. Ну уж нет. Давайте, ребят, конечно, перехватывать. Хитренько, да? Они пошли через лесочек захотели. Олах, встань сюда, пожалуйста. Встань поближе.
Встань поближе, и будем вот здесь вот с ними разбираться. По возможности, опять же. Конечно, эту башню нужно тоже... А, нам нужно прапывать. Все, я понял. Так, надеюсь, эти лучи справятся у нас здесь. Телепортация, если что, есть. Вжариваем. Отлично. Так, у нас, ребята, есть еще луч. Но я пока не буду его тратить. Я думаю, что он пригодится. Потому что, ну, сами видите. Вот, 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 вот. Давай так вот сделаем. Так, что у нас там? Еще очередная волна, да? Где? Привидение. Ладно, на привидение я пока, ребята, не обращаю внимания. Они довольно быстренько погибают именно вот от моих башен. Куда ты побежал? Ну, ты куда вот побежал, я тебя спрашиваю? Олух несчастный. Улучшаем, ребята. Вот так вот. Хорошо. Так. Луч. Я не знаю, что нам сделать. Луч туда или сюда, или куда его вообще применить? Не знаю, надо сюда вызывать подмогу. Это я точно знаю, что подмогу нам здесь нужно вызывать. Применяем луч. Слушай, ну если вот так вот пойдет все, это, ребят, будет хорошо. Луч, по крайней мере, вот этот вот луч очень нам помогает. Помимо моих, конечно же, башен. Фух. Так, это, ребята, 11-я волна. 11-я, еще 4 впереди. Я могу вот так сделать. Вот так и вот так. Всего по одному прокачиваем. На всякий, ребята, случай. Так, ну с этими хорошо, они медленно идут. Лучи вот эти вот мои будут их бомбить. И это нормуль, я считаю. Так, хорошо. Болот... Ух ты, это что такое? Гнилые корни. Корни охватывают башню, вдвое снижая скорость ее атаки, блокируя улучшения. Вы должны их вырубить? Понятно, я еще и должен, ребята, тут за корнями следить, оказывается. Гнилой лес захватывает наши башни потихоньку, видимо, да? Так, ну что, там справятся они? Нет? Олах, наверное, нам надо опять сюда перемещаться с тобой. Ой, погоди. Хотя нет, он тут один. Башня, я думаю, справится здесь. Тут намного все сложнее и опаснее. Будем, ребята, их сдерживать здесь. Так, а волна за волной, волна за волной. Чтоб вас всех, а, на кусочки разорвало. Луч. Ай, по красоте. Вот это я понимаю. Вот это вот красиво сейчас было. Что, мы, наверное, с вами вот сюда еще поставим, наверное, вот нашего вот этого вот болотника. Давай вот так вот сделаем. Пускай бомбит. Отлично, очень хорошо, по красоте. 13-я волна, еще две впереди. Так, Олах, давай сюда перемещайся. Я еще вот этими не используюсь. Надо вот бомбить. Периодически про них не забывать. Фу, ну вроде бы, ребята, адаптировался. Как-то немножко понял, что почем. Это хорошо, конечно. Давай вырубим здесь и поставим, наверное... А давай шамана глянем, как он хорошо будет здесь бомбить. Если не бояться магии, то шаман, в принципе, как маг, должен неплохо его бомбить. Только что-то как-то... Я не совсем уверен, что у нас здесь хорошо все получится. Луч. Прокачиваем. Так, вжариваем. Луч применяем, да? Применяем, давайте. Надо больше-больше урона наносить. Абсолютный урон должен быть у нас. Шаман. Так, он корнями, ребята, зарастает постоянно. Надо не забывать за этим следить делом. Ну, справимся мы здесь или нет? Ну, пока идет все неплохо, ребят, пока. 290, да? Следующее улучшение. Так, давай активируем лучик этот. Надежды. 320 для следующей прокачки шамана. 320, да, можем. Да что ты будешь делать? Все время в корне они его запечатывают. На постой просто-напросто. Луч. А, пока некого бомбить, я понял. Так, ну что, вроде бы неплохо. Пока адаптировались мы с вами. Здесь закутали, как всегда, да? Вот тебе, ребята, и лесочек. Вот тебе и лес, который нас тут, извините меня, мешает по полной программе нам. Луч у меня откатился, если что, будем применять. Вот здесь вот тоже надо не забывать периодически активировать-то.
Так, давай сюда поставим. Вырубаем. Я думаю, почему шаман не действует? Потому что он, ребята, в корнях весь запутанный. Соответственно, он ничего не может сделать. Не откатилось? Вот, откатилось. Хорошо, пробили. Кто там? Что там? Там оборотни, ребята, бегут. Там у нас побежали оборотни. Докачаем, да? И вот так вот вжарим. Опа-на, оборотень побежал через лес. Ждем гостей. Ждем здесь гостей. Слушай, ну вот этот вот болотный чувачок мне нравится. Бомбит неплохо на самом деле. Я не знаю, как он бомбит, если его достать из-под земли. Ого. Ого. Так, подожди. Ребят, мы что-то с вами, по-моему, не успеваем. Нет, успеваем. Вроде как успеваем, и в то же время не успеваем. Да чтоб тебе, постоянно, а. Так, вот эту вот башню тоже надо, ребята, нам улучшить. Оборотни нам здесь не нужны. Так, если что, ребята, будем активировать вот эту вот башенку. Она помогает нам очень сильно. Метеоритный дождь, тоже нужная штука. Ну. Ага, вырубай. Постоянно нужно вырубать. Постоянно. Так, тихо. Оборотни пройдут, нет? Не пройдут. И тут надо также сдерживать. Лучик надежды. Давай я вжарю. Я вжарю, ребята. Хоть какую-то сделать передышку нам. Так. Слушай, ну уже что-то. Уже что-то, уже я себя чувствую более-менее спокойно. Я вам серьезно говорю, что вот сейчас вообще великолепно все. Башни вот эти вот красные хорошо себя проявляют. Вот эта вот болотная тварь, она тоже неплохо себя, кстати, проявляет. Мне нравится. Довольно неплохой урон. Я не знаю, правда, если мы, предположим, ребята, вот его вызовем, как он будет драться? Давай посмотрим. Ну? Слушай, неплохо наносит урон. Но мне кажется, что когда он стреляет ядрами, он как-то покруче. А могу я его обратно как-то? Заросло все, да? Давай, возвращайся обратно в яму в свою. Будешь оттуда бомбить своими снарядами. Так. О, ребята, мы его прокачали полностью. Теперь у него есть супер прокачка, то есть скиллы. Что это у нас? Каждый раз, когда монстр убивает врага, он становится... Это если он, ребята, пешком, наверное, ходит. Только в этом случае. Так, 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 так. Отлично, ребята, отлично. Пока все идет хорошо. Что ж ты будешь делать-то, а? Нет, не это. Вот это вот. Да и сюда тоже тогда сделаем. А, нужна подмога. Нужна мне здесь подмога. Слушай, ну тут круто. Вот тут все вообще великолепно. Ого! А он докуда может бомбить? Подожди, подожди, бомбить. Подожди-ка. Что ж вас так много-то? Так, давай вот этот луч активировать-то, в конце концов, я про него совсем забыл. Нет, 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 не пройдешь. Не прошел. А мог бы пробежать. Так, метеоритные удары, все как полагается у нас тут сделано с вами. Да чтоб тебя. Так, прокачка. Прокачка, прокачка. Я не знаю, что это качаю, ребят, потом посмотрю. Вот он психует-то. Смэш, смэш, тихо. Обратно вас всех. Фух, оборотень, смотри-ка, набрал скорость. Ребята, это, по-моему, был последний. Прошел, нет? Я вроде бы прошел. Есть, на 3 звезды. Господи, ну я вам скажу, ребята, это сложно было. Это было сложно. Хотя, если когда ты разбираешься, кем, кого, как бомбить, это немножко тебе облегчает всю игру. Но сколько попыток первых у меня было, это, конечно, тяжело. И мы с вами куда Мы... Пошли наверх. Мы вот сюда вот хотим зайти, что ли? По пути. Слушай, я на самом деле думал, что мы вот сюда пойдем с вами. Как тут все красиво сделано. Я думал, что мы вот в этот храм идем. А почему мы пошли наверх? Только не говори, что мы вот так вот должны все это обогнуть. Хм. Интересно. Очень интересно. Ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня пока хватит, да? Прошли одну миссию с горем пополам.
Обязательно продолжим, обязательно увидимся в следующих видосиках. Ну и, конечно же, будем проходить эту игру. Никуда она от нас не денется. Жалко, конечно, что мы потратили с вами магию впустую, как всегда. Не надо этого делать впредь. Это если только в экстренных случаях и желательно на боссах. А я, видите, спасовал. Ну да ладно, с кем не бывает. Я надеюсь, мы еще с вами накопим гемов. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!